Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Мир Криптовалют. Мое имя Александр. На канале мы будем говорить про криптовалюты и будем информировать вас о разных интересных проектах, как в них участвовать, в каких буду участвовать я сам лично. Подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ознакомьтесь также, пожалуйста, с информацией, связанной с высокими рисками. Наш канал является лишь информационным и не принуждает вас к действиям. Все действия вы совершаете сами на свое усмотрение. И всегда, прежде чем сделать что-то, всегда изучайте информацию, которую мы вам даем для самостоятельного изучения. Давайте начнем. Мы находимся на сайте Parachain.info, и тут я вам хотел показать главную новость на сегодня. Поговорим про проект BitCountry Pioneer. Кто смотрел мой обзор или участвовал в амбассадорской программе, по моей рекомендации, тот получит гарантированную локацию. Сейчас расскажу все по порядку. Как мы знаем с вами, данный проект выиграл слот на аукционе, где мы с вами могли заложить одну кусаму и получить 72 токена NIR. Однако кусама вернется нам через год, а токены NIR должны после выигранного аукциона через 40 дней, плюс-минус. Давайте перейдем на проект с вами. Еще раз повторюсь, кто смотрит данный обзор, этот проект метавселенная игра. Тут много интересного есть в данном проекте. Посмотрите мои обзоры, чтобы знать информацию или сами изучите, это важно. Так как для тех, кто заинтересован, будет возможность купить токены на публичном доступе в порядке очереди на токен-софте. Так, данный проект выиграл у нас 13-й слот и объявил после выигрыша интересные новости, чуть позже о них. Данный проект собрал 209 тысяч кусам, что составило 88 миллионов долларов. Давайте теперь о самом интересном, о том, как мы можем заработать. Итак, кто был амбассадором и подключился по моей рекомендации в проект до 22 октября и сделал хотя бы пару заданий, того я сразу могу поздравить с гарантированной аллокацией на покупку. Но есть шанс и для лиц, которые только что узнали о проекте или смотрят видео впервые. Давайте перейдем к статье, и я вам покажу все и расскажу. Как видим, с вами анонсировали объявление о предварительном белом списке. В белый список нужно зарегистрироваться, чтобы купить токены данного проекта по низкой цене. Мы будем участвовать в событии Metaverse Odyssey и покупать токены NEOM. Также нам пишут, что сайт уже готов для белого списка и можно связывать уже электронную почту со своими вкладами, если вы вносили свои токены и участвовали в краунлоаде BitCountry Pioneer. Всего у нас будет 3 раунда для покупки, давайте их рассмотрим. Итак, в первую опцию с гарантированной аллокацией попадают люди, которые внесли хотя бы одну кусаму в проект BitCountry Pioneer. Также попадают люди, которые были частью команды, это амбассадоры, которые подключились к данной программе до 22 октября и сделали хотя бы пару заданий. На данный момент это все проверяется сейчас. Проверьте свои почты, если вы были амбассадорами, там придет письмо и нужно выслать данные с GitHub или и почту, на которую регистрировались на участие в амбассадорской программе. Ориентировочная дата на событие 13 ноября, но нужно следить за всей дополнительной информацией. В ходе события будет ясна точная дата, когда он будет проходить. Так, вторая опция будет для людей уже, кто внес хотя бы 0,2 кусамы в данный проект и получит также возможность купить токены. Не переживайте, кто во второй опции, вы купите на нормальную сумму и многие пройдут, так как есть третья опция. Тут будет проходить в порядке first come first serve. На токен-софте это значит, что вам дадут рандомный номерок и по мере его приближения вы сможете купить. Ориентировочная дата 2 декабря. Также может что-то поменяться, поэтому будем следить за данной информацией. И третья опция уже доступна для тех, кто первый раз слышит о проекте и выражают также какое-то желание на участие. То они могут также попробовать поучаствовать. Конечно, сколько токенов останется после двух раундов, это неизвестно. Будет видно уже, когда будет цена на покупку дана. Дата на третью опцию также находится пока в разработке, поэтому ожидаем дату. Те люди, кто выиграл блайндбоксы NFT, также получат место в белом списке. Для тех, кто внес одну кусаму или меньше, но больше 0,2 кусамы, то вам нужно перейти по данной ссылке. Давайте перейдем, и я покажу, как ее заполнить и узнать, или мы попадаем на участие. Так, для тех, кто внес, то выбираем предварительный белый список для участия в Metaverse Odyssey. Тут пишут, если вы внесли вклад, то можете связать адрес электронной почты с вашим вкладом и проверить, или вы попали. Давайте сейчас сделаем это вместе.
месте я участвовал в данном проекте и заносил небольшую сумму. Тут вам нужно будет сперва приконнектить ваш кошелек Polkadot в сети Kusama. Просто подключаете сперва и нажимаете «Проверить свое право на участие». Если вдруг вы не попали, то попробуйте переключить ваш кошелек, если вы вносили данные средства в данный проект. Как видите, я имею право на участие и на выкуп токенов в нем. Тут мы просто с вами вводим имя, вводим как по паспорту лучше всего у вас. Далее электронную почту. Помните, что данные потом не изменить. Есть часто задаваемые вопросы. Также прочитайте, изучите. Тут все хорошо описано. О том, как все начать, как потом пройти верификацию. Можно ли участвовать в других раундах и так далее. Теперь давайте нажмем на регистрацию своих данных. Тут нам в последний раз говорят, что вы не можете изменить данные. Поэтому проверьте все еще раз и нажимайте «Да, мои данные верны». Все, потом у нас появится такое окошко и мы добавлены в белый список. Дополнительную информацию на прохождение верификации нам пришлют на почту. Смотрите ее на своей почте или во вкладке «Спам». Может быть, попасть туда. Давайте теперь поговорим про третий раунд. Поднимемся вверх и нажмем «Публичное мероприятие». Тут главное, раунд 3, тому не нужно тут принимать участие. Смысла в этом нет никакого. Тут только для людей, которые слышат впервые про данный проект или упустили все возможные варианты из первых двух раундов. Тут вам нужно отправить вашу почту и указать, на какую сумму вы хотите купить. Согласиться также с условиями и отправить данную форму на проверку. А также потом ожидать на почту письма с дополнительными инструкциями. Если у вас будут вопросы, то пишите в комментариях или на наших группах. Я буду отвечать именно на вопросы про данный проект. Под видео пишите вопросы касательно видео, не нужно другие вопросы писать, если не относятся к данной теме. Еще раз хочу поздравить всех тех, кто принимал участие и стал амбассадором. Желаю вам профита от данного проекта. Вступайте в группу и Telegram, или Discord. Там будет вся информация, которая вам нужна. Я имею в виду про официальный сайт. Люди помогают, если кому-то что-то не ясно. Теперь, друзья, я хочу сделать небольшую рекламу про сайт. Pinnacle – это букмекерская контора. Она довольно понятная и мне нравится. Хочу вам порекомендовать данную контору. Если вам будет интересно, то посмотрите до конца данное видео. Данная букмекерская контора уже давно себя зарекомендовала, и у нее есть хорошая популярность. Здесь есть ставки на спорт, на все виды спорта. Есть также казино, можно поиграть на слотах, а также сделать ставки на киберспорт вашей любимой команды. Есть бонус за регистрацию на сайте, вам дадут $20, если вы внесете $50 и сделаете 5 ставок. Данное предложение весьма неплохое и можно будет сделать пару бесплатных ставок на данную сумму. Также можете ставить на киберспорт, на CSGO, на Dota и другие игры. Кому данная контора понравилась, ссылочку я оставлю под описанием, она реферальная, и мне будет небольшой бонус за то, что вы присоединились от моего имени. Если, перейдя по ссылке, у вас сайт не открывается, то просто скачайте себе расширение VPN и установите данное расширение в своем браузере. После чего вы можете изменить страну на Америку, и у вас сайт легко отобразится. Все, друзья, на этом все. Всегда изучайте информацию сами и лишь потом делайте действия. Всех тех, кто смотрит видео на моем канале, прошу подписаться и нажать на колокольчик. Всем желаю хорошего дня. До скорого. Пока.